Чуйков Василий Иванович родился 12 февраля 1900 года. В Великой Отечественной войне участвовал с 1942 года. Командующий 62-й армией, впоследствии маршал Советского Союза. С 19 сентября 1942 года командующий 62-й армией, перед которым стояла задача отстоять Сталинград любой ценой. За беспримерный массовый героизм и стойкость личного состава в апреле 1943 года 62-я армия получила почетное наименование и стала именоваться 8-й гвардейской армией. Во главе 8-й гвардейской армии Чуйков воевал до последнего дня войны. Она успешно действовала в Изюм-Барвинской и Донбасской операциях, в битве за Днепр, Николопольско-Криворожской, Одесской, Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской наступательных операциях. Умер 18 марта 1982 года. Василий Иванович Чуйков был награжден 8 орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, 4 орденами Красного Знамени, 3 орденами Суворова первой степени, орденом Красной Звезды, медалями, наградами иностранных государств. 2-й Герой Советского Союза.